не было никаких волнений, долго не играл. Мне ждал того момента, когда уже будет, что сыграю с первых минут. И вот, наконец-то, тренер доверился, дал мне шанс. Спасибо ему. Получил хорошие эмоции. Пришло столько людей, поддерживали. Всем спасибо. Наша команда активно начала матч, но потом как-то до середины тайма, то есть до первого гола, притихли. Это такая тренерская установка была? Нет, нет, ни в коем случае. Мы хотели как можно больше забивать в каждом матче. Но в этот матч так получилось, что соперник в первом тайме после двух голов взял немного преимущества в свои руки. И поэтому парни так немного отдали его, отдали мяч. Но потом все наладили, во втором тайме получилось забить еще два гола. Поэтому команда молодец. Только спасибо большое команде. В принципе, все, что наиграли, все сегодня забили. Мы хорошо провели неделю, недельный цикл. Все хорошо работали, выкладывались на каждой тренировке. Сказать, что сложно. Яшка всегда страховал. Все как обычно, в принципе. Тем более сегодня первый раз играл центрального защитника. Как-то моментами, конечно, было непривычно. Чуть-чуть иногда непонятно, но в принципе неплохо. Только не побеждали. Хотелось это наконец-то выиграть, почувствовать какую-то уверенность. Я думаю, дальше все будет хорошо, будет победа. Гол, так получилось, что Влад Малькевич отдал хороший пас. И так получилось, что первого игрока даже не надо было водить. Он отрезал его моей передачей. Ну а там уже на противоходе убрал, ну и ударил. Ну, я так не вижу в нем ничего такого. Обычный гол. Thank you.
наш новый нападающий Дамьян. Отлично протянул мяч и отдал мне. Мне даже не надо было не делать лишнее касание, не надо было не обводить никого. Сразу пробил, получилось, забил. Папа! Папа! А это куда щекой? Нет, все хорошо, меня приняли с первого дня. Я себя здесь чувствую как дома. Все отлично. Конечно, здесь сюда все приезжают, будут биться за каждое очко, не будет никаких простых побед, ничего. Нужно выходить, как сегодня, команды. Каждый эпизод, каждое единоборство все выигрывать и побеждать. Почему нельзя было так с Арсеналом Дзержинским сыграть? Я не знаю, я думаю, парни подустали. Был тяжелый сезон, первый круг точнее. Поэтому, я думаю, больше усталость сказывается. На тренировках у нас все отлично. В коллективе взаимодействие и отношения с тренером отличные. Поэтому, я не знаю, был, наверное, просто не наш день, не наш матч. Ребята, батэ давайте. Вы можете. Шуманский просто красавчик. Малькевич тоже. Милич восхищена. Достанич, голевая просто вау. Если бы была премия «Лучший ассистент» матча, он бы ее забрал. Бессмертный тоже неплохо подал. В общем, команда молодец. Все, до свидания.